День добрый. С наступлением лета люди все чаще выбираются на природу, на пикник. Одно из любимых мест раменчан – Кратовское озеро. Однако сюда люди приходят не только отдохнуть у воды, но и пожарить шашлыки, что категорически запрещено. В этом году начали действовать новые противопожарные правила. В связи с этим постоянно проводятся антимангальные рейды, поскольку Кратовское озеро является особо охраняемой природной зоной. Работа проводится второй год подряд, результаты есть, культура отдыха на Кратовском озере, она появляется, и это приносит и эстетические, и противопожарные как бы плоды. Людей, ведущих себя здесь агрессивно, с мангалами, с алкоголем, уже гораздо меньше, нарушений меньше, и мусора на Кратовском озере также стало меньше. Поэтому эту работу мы будем продолжать для сохранения природы и внешнего вида Кратовского озера. По постановлению правительства Московской области и Раменского городского округа на природе категорически запрещено разведение любого открытого огня. Согласно постановлению правительства Московской области, на территории Раменского городского округа введен особый противопожарный режим. Разведение любого вида огня на территории городского округа категорически запрещено, за что предусмотрено административное правонарушение, согласно КОАП 20.4, на физлицо, на гражданское лицо. Это будет в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Соответственно, разведение, повторюсь, любого вида огня запрещено. Во время рейда специалисты вручали отдыхающим листовки и проводили беседы. Выписан один протокол об административном правонарушении за разведение огня в мангале на территории, прилегающей к озеру Кратово. В последнее время отдыхающие именно с мангалами, с огнем, к сожалению, портят вот траву, экологию, растительность. И все это приходит в упадок. Сейчас администрация совместно с жителями взялась на борьбу вот с этим явлением. Мы, конечно, не против отдыхающих. Мы рады всем, кто культурно здесь отдыхает, убирает за собой мусор. А главное, не разводит огонь, потому что после этого трава не растет от 5 до 7 лет, просто не вырастает. Поэтому мы призываем всех, кто к нам приезжает на озеро, соблюдать меры противопожарной безопасности, убирать за собой мусор и культурно отдыхать. Здесь действительно отличная природа. Давайте ее вместе сохранять. Алена Иванова, Сергей Григорьев, Андрей Минкин для программы «Городские вести».